Французским папарацци в восточных Пиренеях, недалеко от городка Сент-Эстеп, удалось заснять новый прототип БМВ, который, судя по размерам, относится к семейству 7-й серии. Ну, в принципе, ничего сенсационного в этом нет, так как прототип новой семерки еще весной этого года засветился и на тестах в Нюрбуринге, и на тестах в Альпе. Удивляет другое. Во-первых, прототипы BMW были праворуки и за рулем машин сидели англичане. Ну и во-вторых, совершенно непонятна была агрессивная реакция англичан на попытку французских папарацци снять их машины. Согласитесь, толку запрещать съемку машин, если они а. находятся на дорогах общего назначения и б. если фотографии предсерийной семерки уже заполонили все издания и интернет. Как считают наши французские коллеги, агрессия английских тест-инженеров заключала в том, что на самом деле они тестировали не новую семерку, а новую 9-ю серию BMW, которая должна будет составить конкуренцию Мерседесу S-класс. Об этом проекте уже давно ходили слухи, и более того, некоторые эксперты утверждали, что новая 9-я серия BMW будет создана с участием инженеров Rolls-Royce. Учитывая неадекватное поведение англичан в отношении папарацци, можно предположить, что французам удалось получить документальное подтверждение, что работа на 9-й серии BMW идет полным ходом. Ну а чтобы скрыть этот факт, дизайнеры BMW закамуфлировали прототип 9-й серии под предсерийную семерку.